Короче, господа, еще новость. Мы поговорили с Олей. Там, оказывается, у нас вышло недопонимание. Короче, я на стриме, когда заходил в стрипуху, всегда говорил: бабки, 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 сука, сюда, деньги, блядь. Это прочее. Вот. И Оля подумала, то, что мне по-настоящему нужно бесконечное количество денег. И из-за этого жестко оформила стрипуху, ну, типа, чтобы она работала ежедневно там и все такое. В итоге стриптизерши заебались работать. Они сказали: мы хотим выходной, вся хуйня. У нас ежедневно работала по дохуища стриптизерш, блять, да? Все, то есть, full stack. А я вообще хотел, ну, типа, это по РП я хочу бабки, бабки, бабки. А по жизни я хочу просто повторить успех. Да иди нахуй. Вот, повторить успех бара на 4-м сезоне, где люди просто могли прийти и просто кайфануть, то есть просто посидеть. И я сказал Оле, типа: Оля, это не обязательно. Она говорит: бля, я тебя не понимаю, типа, ты хочешь ары по-настоящему или нет? Я хочу, чтобы тут сидели люди, да, ну и как бы это место, это повод для знакомства. Вот, чтобы люди просто знакомились. Да, это антураж, конечно, блядь, здесь бабки-бабки, иногда мы будем проводить мега-шоу, но чаще всего я к чему? Меня заебал вот этот вот проход, то, что его только с той стороны можно открыть. Я хочу, чтобы в любой момент здесь сидели просто люди. То есть, если вам хочется посидеть, поболтать, блядь, просто приходите, типа, хотите сами скины стриптизер ставить. Короче, я чё Оле сказал? Что пусть тут будет, допустим, не каждый день все стриптизерши. Пусть здесь будет, ну, типа, одна стриптизерша в день пусть будет работать. И все нормально, как бы, здесь будет. Вот, и они из-за этого, как бы, вчера, ну, типа, затопились. Типа, мы затопились, мы закрываемся на пару дней. Оля сказала то, что это для того, чтобы передохнули стриптизерши. Но, в принципе, оно мне и... Это, блядь. Нахуй надо, пусть там люди тусят, пусть там работают люди, кайфуют, как бы, и нормально. А нам ары будут. Блять, это, конечно, нахуй. Вот эти вот два долбоеба, это пиздец. Блять, вот я, знаете что, вот опять меня моя чуйка не подвела, потому что я их в первый раз заметил вообще не на стриме. Я вот здесь вот проходил, и я вот сразу увидел, что что-то вот в этих ебальниках есть. Да-да, извините, вы что-то говорили? Нет. Нет, мы просто поздоровались. А скажите, пожалуйста, откуда вы такие крутые вообще взялись? Посуй. Да мы еще до этого вступили, это просто наши альтернативные персонажи. А. Ты крутой. А кто вы были до этого? А это не важно. А. Мы это не хотим темная, пронести. Темная прошлое. Да-да-да, это темная сторона интернета, туда лучше не заглядывать. Бля. А вы типа жесткие друзья или как? Да, мы в Дискорде прямо сейчас сидим. Каждый день. Да. Сейчас. Не, ну оно и видно, конечно, блядь. А чё? Да не, ну по вам видно, что вы два гения, нахуй. Ну есть такое, спасибо. Да фу, убери кал. Да, Меф, что ты хотел, братанчик? Ты хочешь? Бля, я так горжусь, нахуй, своими. Они сами что-то построили. Ты хочешь заценить? Давай. Пойдем. Они именно склад нахуй приезжают. О, а я вот как раз хотел развоняться, то, что у нас склада нету. Бля. Ты сейчас... Так и закончилась история жопера. Блять, кстати, было бы охуенно. Вот мне нравится в Ведьмаке то, что в оригинале Ведьмака он такой охуенный, монстров разъебывает. В конце вилами закололи. Бля, я хочу, чтобы жопер умер, блять, самой что бессмысленной смерти. Я ревную свою девушку ко всему. Потом думаю, что я ебанутый, и поэтому думаю, как она вообще может меня любить. Поработай над своей самооценкой. Ревность чаще всего это то, что ты в себе не уверен, как бы. Это вы оба не появлялись сегодня целый день. Да, да, че, 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 что? Вообще приказ был, типа, наверху у Яндекс. Нет. Ой, браха, еще кнопки дубовые. Ебать. Ну-ка. Это пиздец. Вот это чудовище нахуй отсюда уберите. Ты нахуя параллель? И зачем параллельную вселенную? Блять, у меня опять пистолет спиздили. Кто? И... Ну, блять. Погоди. Да-да-да, надо тут как ну-ка. Бы... Ну-ка. Гля, охуевший что ли, блядь? А. Блядь, чел ливнул, блядь, с банным пистолетом.
Блять, знаешь, что самое смешное нахуй? Ты где-то пару дней назад быковал на то, что ебать вы долбоебы, как вы умираете. Да, 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 я помню, да, 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 да. Какая разница, если он не работает? Отдай пистолет, блядь! Отдай пистолет. А чё было? Какой пистолет, мужики, вы чё? Отдай, тебе подкинули там, блядь. Где? Блять, захуяри он нахуй! Чё там? Да у меня нету, реально, блядь! Нахуй. Нет, да нет, 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 нет! Блять, я сейчас умру. Блять, ты жопер вируса навернул нахуй. Алло, алло, не работает. Вот он, вот он, блять, вот он. Там еще у тебя мой Томпсон. Вот это Томпсон. Еда, еда вкусная. Тотеми, тотеми. Еда вкусная. Тотем. Бля, надо было не отдавать, сука, этот пистолет. Надо было не отдавать, реально. В смысле, нах? Продали бы за 1000 оров, блядь. Я шпнёную трубку нахуй выплюнул, ладно. Все тересы отдали. Да, наверное, ну, блядь. Пойдем. Короче, знаешь, не в них счастье. Склад у нас все время здесь блядь. Был. И там была... Стоп, остановись. Но. Перед тем, как ты поймешь. Там была комнатка одна, просто обставленная вокруг сундука. Ну, там где-то 3 на 6 блоков, блядь. Спускаемся, нахуй. А что за баг? А, вот тоже это маска-петушка. А что фигура? Чё такое? О. Да. Короче. Мы жестко перестроили. Бля, вообще кайф. Но это еще не достроено. Не достроено. Не достроят, не достроят, бро. Ага. Тут у нас бычаровальня. Ага. Не, ну это хайп, это хайп, ребятки, реально. На поле хайп. Чел соло это весь построил. Не, это хайп, все, ребята, это мега хайп. Сюда. Там типа тема, знаешь, какая мне понравилась? Это якобы, ну вроде бы РП, но NFT. Вот еще. Вот это вот, типа, короче, они сделали ящики, кейсы, можем, которые, если мы идем грабить, мы берем ящик, идем воруем, потом приходим сюда и сюда выгружаем, бля. Да, да, да. Бля, еще оформили так приятно. Не, нет. Не, вот это такое гений. Очень круто. Это, знаешь, что? Дай ему от меня награду, вот эту плиту и вот этот ковер, потому что это сделал. Ладно, ладно, ладно. Ладно, знаешь еще что? Оп. О. Да, сейчас. Да, да, да. Рен криво. Это случайно не вы сегодня? Гля, всякую хуйню еще понавешали. Не, типа. не. Серьезно? Прямо, ну точно не. Все, всем пока. Блин, вообще на хайпе. Не, клево, клево. Мне нравится то, что, ну, типа, бенда сама по себе живет. Алиса, играй. Принято. Давай мне музычку. Так, все, погнали. Так. А, да. Этот, кирка еще. Сейчас, надо Рен Пенису еще сказать про кирку. Рен Пенис! Рен Пенис! Рен Пенис! А где Рен? Рен Пенис! Да, кирка у тебя еще моя. А она этот... кровавый ледолом. А у меня ее не было, ее уже кто-то другой спиздил. О, нихуя деньги. Блять, ледолом. Алло, стой, у тебя ледолом мой, ледокол. Нет. Блять, в смысле? И еще сишка, разбанная сишка. Слушай, Меф, а тебя любят вообще в банде? Да. Ну как? Давай, я тебя сейчас застрелю из пистолета, и кто первее мне вернет сишку, ну как бы тогда. Так, блять, ты в глаза долбоёб этого, посмотри на. Иди нахуй, это мой, блять, вот посмотри на. Вот твой, блять. Ты чучело? Да, действительно, это мой. А, ну окей, хорошо. Вопрос. Блять! Нет, отдай сюда! Это отдай! Отдай, сука! Хуй тебе! Ты, блядь, построй, что посмотрел, что у меня стрел хуй нету, тебе. Нахуй! Хуй тебе! Блядь, ты охуел, блядь, так дома. Разговаривать, хуй блядь! Алло, сожрите его, нахуй, зубами, блядь! Хуй тебе! Ты охуел вообще сейчас, блядь? Уёбище, блядь, чел, я тебе ноги нахуй пришвартую, блядь! Бля, ебашь его, нахуй! Блять, я застрял!
Бабушка, аккуратно, блядь, бабушка. На пироплане, блядь, летает, как я да нахуй. Да сбей его нахуй, сейчас! Сейчас я, блядь, ПВО. Давай помогу. Где он? Сейчас, блядь, где он нахуй? Я его сейчас, блядь. Где этот хуесос, блядь? Сейчас мы его собьем. Бля, я его сейчас как уебу нахуй, как только он пролетит. Сейчас уничтожим его, блядь. Джоперская ПВО лучшая в мире. Я его тоже не вижу, блядь. Да, блядь, найдите, куда он улетел? Ну это вообще хуйня полная, блядь, еще и литрами пользуется. Черт! Блядь, сейчас. Он ебучий говнюхий. Вы чё, ебанутые, блядь? Чё у вас тут происходит? Что? Это что за хуйня с бабкой? У нас тут жоперская ПВО. Я с бабушкой хожу. Блядь, сейчас я антенкой нахуй сканером пропикаю, слышите? Давай. Давай. Поиск активирован. Система поиска активирована. Я его не могу найти, вообще не я оформил кредитную карту, чтобы купить такая покупку на СП. Я мега альфа дебил, но все ради СП. Ну ты крутой. Все, отдавай меняться. Кого отдавать? Ты мне мой ледокол, а я тебе твой. Да, все, ладно, давай, уходите. Кидай. Нет, ты первый. Я на добром слове, честном, давай. Блять, дайте стрелу нахуй. Давай. Давай, попробуй меня наебать, сейчас-ка я нахуй как. Так, становись. Так, ладно, давай. Можешь поздравить меня с днем рождения на моей странице. Блин, поздравляю тебя, что тебе телефон купили, молодец. Правда, я с компьютера, как бы, у меня не мобильная версия. Так, сначала покажи то, что оно у тебя есть. Ага. Так, возвращаем ее. Татишку. Ай! Босс, оцени рэп, который я написал. Давай. Трючок, сейчас. Он только подбит будет потом. Сейчас. Открой. Да, мне надо бы сишку, а то он не вернется. Проверь. Да вот так бит начинается, и там я под дропчик начинаю. Так бит я будет? Я крутой Гена, а ты туп... Нет, я его еще не ладно, сделал. Ладно. Я крутой Гена, а ты тупой лошарик, ты пугливый лошарик, ты как ежик смешарик, я такой богатый, а у тебя больные яйца, у меня дохуя тачек, а ты глупый лошарик. Я получил чек на $1 000 000, а твой папа импотент. Раунд. Это только первый этот, я еще не, там не, слушай, буду ну делать. Уже пора участвовать в батлах против мистера Пятерки, я против там Артура. Я там буду, короче, еще этот делать, как его там, припевчик и еще второй куплет. Бля, охуенно. Там вообще разъеб вселенского масштаба будет. Да? Может, вот ты уже альбом? Все подряд будут под него флексить. Real trap shit. Можно? Зарплата. Дайте сишку, блять, он не вернется, дайте сигу. Да нету Сиги, она куда-то, блядь, испарилась. Вот такая? Какая? Какая, блядь? Вот такая? Да нет, мне Сишка нужна, Сишка. Си-4? Сига, сигарета! А, понятно. Парламент. Мальборо. Мальборо. Есть Сишка? На. Все, ну я тогда... Я видел таких детей из Китая, пока... которые курят не сигареты, а петарды. Я надеюсь, ты не против того, что я чуть-чуть подсосал тоже сишку, ну чтоб... Че? Нихуя ты. Он сам капитулировал. Ты когда глазами успел так делать? Ну, видимо, я что-то научился. А ну давайте еще раз. А это что за хуйня? Бомба. Бомба разработка. Здрасте. А от какой фирмы ваша вот эта продукция? Поко? Я Покомен. А что вы можете, Покомен? Он сейчас устроит
взрываться. Ядерный апокалипсис. Продемонстрируй. Но мне зарядки не хватает. Ты уверен, что это не нужно пугает? На нем PUBG запустить. Слушай, а ты можешь на элитрах взлететь, разогнаться и куда-нибудь нахуй, ну, так, просто. Я не использую элитры. А. Угу. Он просто нищий, босс, он просто нищий. Ладно. Давай проверим, кто лучше взорвется. Блять. Ай! У меня зарядки не хватает. Блять, мне надо тотеми всегда носить. Алло, Артур, еще сделай, пожалуйста, на базе. Вот как ты делал выдачу по одному тотемив. Вот просто ты идешь на дело, нажал кнопку, и все, и тотеми взял себе, все, и у тебя тотеми.